Ой, мам, ты не переживай, меня, если что, Спайдермен спасет. Ну что, можно с гаражей попрыгать? А я знаю, что мой котик — это мой заколдованный жених. Ой, да у меня грудь еще вырастет. Я вон каждый день капусту ем. Ой, да успею я еще замуж выйти. Я же еще в самом соку. Да я знаю, что котик — мой заколдованный жених. А я верю, что можно прожить на прожиточный минимум. Не знаю, а мне Малахов нравится. Я ему верю. Да я уже ни во что не верю. Да и титьки не выросли. Да блин, да они мне случайно в магазине в корзинку упали. Потом в рот засунулись, зажглись и выкурились. Случайно! Я вообще-то покупаю сигареты на свои деньги. Я взрослый человек. Я экономлю на школьных обедах. А что такого вообще, что я курю? Я же не беременна. Уже. И я эти сигареты у подруги забрала, чтобы она не курила. Да, я так и у брата наркотики забрала, чтобы он ими не торговал. Он, дед, курил и до 95 дожил. Ну, давай, продолжай. До 95... До 95 инфарктов и инсультов. Ой, мама, я и так уже месяц не курила, а сегодня вот как про этот хламидиоз узнала, ну как тут не закурить? Не-не-не, это жевательный, вот, смотри. Ой, да я курю только, когда нервничаю. Я тебе сейчас так понервничаю. Ну вот, видишь, опять. В смысле не all inclusive? В смысле нельзя писать в бассейне? Да я тебе говорю, он не турок, он итальянец. Кукурузу, пожалуйста. Блин, у меня камни в трусах. Смотри, у меня море в пупке. А это что за загорелая стерва? Лизок, смотри, у нее титька голая. А, это мужик. Блин, я вообще не загорела. Ай, я сгорела! А на пляже что, туалет был? Сфотай меня! Сфотай меня! Сфотай меня! Сфотай меня! Сфотай меня! Лизок, я купальник потеряла. Милый, доброе утро! Я тебе завтрак приготовила. Алло, как ты, где есть? Че, спишь? Время всего 4 утра, давай к нам! Катя! Катя! У тебя водичка есть попить. Солнышко, доброе утро, просыпайся. Давай, трутень, ты что, хочешь, чтобы тебя еще раз отчислили? Господи, доча, ты давно здесь стоишь? Минут 30, мне просто в своей комнате одной страшно. Петров, мы тебе не мешаем? Если мешаем, ты скажи, мы потише будем разговаривать. Рота, подъем! Рассказываю, пока горит спичка. Срочно будите свои кошельки в Яндекс.Деньгах. Там разыгрывают 100 миллионов баллов. Один балл равен 1 рублю. Кто не разбудит свой кошелек, три наряда вне очереди. Хотеть не вредно, я тоже много чего хочу. А уроки за тебя кто? Пушкин учить будет? Да, мама плохая. Только папа у вас хороший. Ты еще в задницу кота своего поцелуй. Шапку надень. Нет, я что, эти деньги печатаю, что ли? Вот у тети Иры дочь золото. Я ему слово, он мне 10. Мы это тебе сейчас купим, но это будет на день рождения. А с друзьями ты тоже так разговариваешь? Папа придет, он тебе ремня даст. На каникулах из учебников не вылезешь. А чего сидим? Заняться нечем? Сейчас я тебе найду занятие. А жопа у тебя не слипнется? А волшебное слово? Молись, чтобы это пятно отстиралось. Рожу не корчи. Тебя сейчас кто-нибудь напугает, навсегда такая останешься. Тебе что, одному в школе ничего не задают? А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь? Дома поговорим. Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то по подъездам. У тебя что, своего дома нет? Доедешь, позвони. Подрастешь, поймешь. Сдачу вернешь. Перехочется. Будешь плохо себя вести, я тебя вот этому дяденьке отдам. Диеты нам уже не помогают. Я предлагаю нам просто перестать есть после 6. Для начала нам нужно удалить все приложения по доставке еды. Молодец, Жень, давай удаляй. Все? Угу. А кто пиццу заказывал? Мы заказывали. Да Женя! А, так как удалять-то здесь? Так, ну все, расходимся. И больше сегодня не едим. Ты что, ешь? Нет. А вот это что?
Жень, ну ты же обещала не есть после 6. А ты обещала мне никогда больше не использовать против меня 30-кратный цифровой зум Honor 20 Pro. Мама, я фут-фетишист. Фут? А это что-то с ногами, да, Свет? Ой, не говори, не говори, я сейчас погуглю. О, Панин. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чтоб ноги твоей здесь не было. Ёб твою за ногу. И что? Ты меня в гроб загнать хочешь? Я уже одной ногой, да, блин? Так, все. Сейчас же идешь к психологу. Одна нога здесь, другая там. То есть ноги ты чьи-то любишь, а мать нет. О, а может тогда бабушке пятки попилишь? Отдавай сюда презервативы, держи носочки. А почему ты снизу-то начал? Там посередине, прости господи, много интересного. Нет, ну а почему тебе тогда тетя Ирина дочь не нравится? У нее же лицо, как шершавая пятка. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Такую песню испоганил. Ух, я... Кать, я, кажись, ничего не помню. Выпускной удался! Ты же стала королевой балок. А помнишь, как это было? Конечно, помню. О, Маринка, иди сюда! Но! Кто тут еще против, что я королева? Посмотри на мою прическу вообще! Сохранилась идеально! Я тебе говорю, парикмахерская улыбка самая лучшая! А как Зюзина алкоголь под юбкой пронесла? Да, молодец! Молодец! Хорошая у нас директриса! А драка какая была в конце, страшная. Волосы друг друга повыдергивали, лица поисцарапали. У меня до сих пор от тебя шрам вот здесь. А у меня от тебя клок и нет, вот. Но все-таки Евгения Викторовна лучшая химичка. А вы, Екатерина Александровна, лучшая родительница. На шторы можете впредь не сдавать.